На оборонку и развитие страны наконец-то поработают и 22 миллиарда гривен, конфискованные у окружения Януковича. Так оценил перераспределение средств глава ГПУ Юрий Луценко. Так на что же все-таки пойдут эти деньги? 4,5 миллиарда получила Минобороны на закупку вооружения, производство боеприпасов и квартиры для военных. Вдвое больше досталось Минфину на повышение обороноспособности и 2,5 миллиарда на социально-экономические программы регионов. 900 миллионов уходят на Нацгвардии, чуть больше, подопечным Авакова из Нацполиции, опять же на закупку машин и техническое оснащение. 700 миллионов перепало пограничникам, миллиард Укравтодору, 2,5 МНПК и вдвое больше Министерству регионального развития. Не забыли и о подчиненных Луценко. 600 миллионов нардепу выделили на увеличение зарплат прокурорам. Возможно, перестраховались после снятия иммунитета с 6 нардепов. Но глава ГПУ заверил, эти деньги его ведомство, цитирую, «отработает последующими конфискациями мафиозных активов».